Короче, ваш команда. Так, далой вертикалку. Как с этим получаем? Ну, вот говорю, Вадимов унижал, потом меня унижал. Как ты понимаешь, что Вадим, ты чувствуешь их? Ну, когда я 33 кило делаю, закапка, понимаешь, что это Вадима были. А где вертикалка, фуллскрин? Ну, в тройках и дополнительно. И в графике должно быть. Может, тут. Учитывая, что продвинутые настройки для... Да. Как это, висинка, что ли? Да. Зайди, блин, графику. Ниже не... Нельзя мотнуть? Нет. Ну я где-то видел. Значит, дополнительный. Должно быть. Коп нейм. Коп лангвич. Вейдер шейдер. Субтитры. Будем для копка и уфьёга, ха-ха. Блин, а где? Нету. Странно. Если вылетит через NVD, залочь. Да, можешь. Я не помню, консольная команда есть там? Типа у синков, что-то подобное быть должно быть. Ладно. Просто... Это, мне кажется, Fire Ruin, только как я буду в темноте прыгать, непонятно. Эх. Так, ладно. Тихонечко. Просто. Ага. Очень умно, а когда умираешь, влетает экран. Ну, мотивация здесь. Сходи аккуратно на контроле и все, блядь. Сука. Зачем тут пришлись надо, да? Короче, чтобы не вылететь, надо в полете вылететь, выкинуть патчфейр. И все. А еще нужно приседать под трубами. Не люблю. Снайперская винтовка. Да не понимаю я эту механику, блин. Все механику клавиш. Боже, почему ты вечно зажимаешь эту клавишу? Ну, прыжка надо регулировать. Не знаю, меня не учили регулировать. Ну опять, ну блин, ну я же тихонечко нажимаю, нахера он спрыгивает. W нажимать, я не пробил, да? Так я же W нажимаю, не прыгаю. Были в этом месте, по-моему, что просто сойти, даже не прыгаю. Может на контр? Ух. Чё? Всё? Контр, прыжок, чё? А. Типа, как в видосе Гуфовского, ну что, сынок, выигрываешь, что? Сынок, ты там выигрываешь, да? Сука. Да блин. А чё, он цирковая лошадь, что ли? Иди да. Куда? А. Да сука. Чё? И как? А как? Чего? Шиф пробел. Всё. А, мои глаза. А, я не ослеп. Ладно. Где я? Кто я?
любого ушатая. А как перезаряжаться? Как перезаряжаться? У меня буллетов нету. Ахуй. А! Залезай! Ух! Тут можно буллет зарядить. Гребаный инвалид не может фальшфейр и пистолет перезарядить. Как ты его перезаряжаешь, видишь? Кстати, я думал, пошел нахуй, идет. Заткнись, хуе, что? Так. А, это мистер Люшка, который я заглушил, чтобы нервы сберечь. Так. Окей. В две руки. Диктейл еще скажи. В какую дырку опять? Ты сюда? А, нет, что-то валяется. Диктейл мы не стали. Труп кошки? Ты не добро. Ой, не хочу. Можно не надо. Где-то в этом ящике. Тык-то. Ух ты. Да, Альма и то меньше пугала. В Сире. Это один из тех моментов, где я думал, что я обострёшься. Например, да я в своё время сильнее обострался, потому что у меня очень уникальная ситуация вышла. А я без микрофона играл, я орнул. Потому что она очень тихо подкралась к моей жопе. У меня такая ситуация вышла, что у меня, вот, не знаю, файер погас, и в этот же момент эта хуйня выбегает. Ну, то есть, даже как, я зажигаю новый, эта хуйня уже на меня бежит, просто тайминг. Я тогда так охуел, блядь, с этой хуйни, блядь. Такая, просто здравствуй, просто да, как дела? Я просто охуел, как это совпало прям. Не помню, вот эти от стены какие-то странные, их возможно можно бить дубинкой сбивать, и навряд ли. Стены. Типа призрачные стены, ну чем я буду пистолетом? Навряд ли. Ей нет. Ну это не Dark Souls. Угу, сохранение. Ура. Так. А у меня, кстати, телефон разряжен. У кого-то есть зарядка от Sony Ericsson? Так я угорнул, что Sony Ericsson зарядка. Я о таком мечтал в свое время. Он крутой был. Телефон. Друга был. В 4 классе я на нем приходил, Prince of Persia. На мобиле. Варил Ведьмизин, охуенный был для мобилы, для мух. Нужно вопрос, почему он приседку продолжает ходить, как будто так надо? Давай же вперед, что ты чилишь. Ну он приседку идет. А нет, все не идет. Хули,
выемки с предохранителями. А, кстати, у меня и по поводу этого комментария есть, типа, в школе в полной темноте с монстрами очень весело, да, потом обратно идти тоже очень весело. А, да, что-то помню такое. Потом это прыгать по карнизам, и тоже очень весело. И, кстати, я Матильду находил, вон она. Как у Леона. Это самый точный выкрик пистолет. Который очередями стреляет. К нему особые патроны. Бэнк Бэнк. Эй, хэээ. Надо же JPEG картинку было приделать. Что-то я не понял. Ну я как бы понял, надо было на коробку запрыгнуть, но что-то запаниковал. А, может по другому пути идти? Почему, кстати, как в шестом резике не было так крутые? Ладно, какое-то сохранение не за 3 миллиарда лет. Что-то есть? Пойдем. Что? Что? Давай. Смотри стрим, знаешь. Чё ж ты вчера бросил Никиту, пошёл куда-то включить? А чё, они Titanfall играют, и я с концентрацией не... А, я забыл бежать. Ну, блин! Тихо. Так, где был фальшфейер? Мне мамка в детстве доёбывала. Ты такой, ну не надо, ну хорош. Ну хорош. Не знаю, ещё раз и я засейвлюсь, потому что я достал уже трещак на нём. Бежим, 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 быстрее поезда, быстрее, технологии древних. Ой, так удивительно, лезь давай, вентиляцию Синди, заебал. Лёшка в робота не хочет. Александр, почему Лёшка вещь не хочет в робота лезть? Я не понимаю. А он так на Синди похож. Еву пересмотрел, вот не хочет. Бля, Ева пиздец говно. Франк, Франкс тоже говно. Ева говно, Франкс еще пиздец хуёвее. Что-то я подозреваю, сюда не надо. Ну, да, Ева, если смотреть, это крипил, да. Финал нахуй. Я, конечно, не эксперт, но он допрыгнет. Ты не эксперт, да. Смотри луч. Дим, блядь. Делай хуйню. Уи. Ох. Лучшая анимация в Дема на лестнице. Движка первый холд хайфлайф, где вообще по таких анимациям быть не должно в природе. Чё? Произвол был сейчас. Ладно. Не ебанись там, а? Ещё фаер-то есть?
нихуя. А как он зажженный был в рюкзаке? Не, он там неважно. Тупое быдло! Я испугался! Я в него файером кинул, противный. А, понятно. Спасибо, разработчики. Они, видимо, подозревали, что... Опять? Куда?